Народ, всем привет! Тема такая, взял у братана металлоискатель. Вот он, короче, лежит такой вот, какой-то там американский. Я в них вообще ничего не понимаю. Такая вот катуха. Короче, я на Невасе. Решил съездить покопать немного, может что-нибудь найду. Не знаю, в принципе. Так я примерно знаю, как им пользоваться. Попробуем, поищем, посмотрим вместе с вами. И обязательно, надеюсь, что-нибудь найдем. Не переключайтесь. Короче, после ремонта рулевых тяг, ну, после замены рулевых тяг, сход-развал делали мы с Михалычем по рулетке. И вот, короче, вот мы едем прямо 60 километров, дорога ровная. Отпускаем руль. Машина пошла направо. То есть направо немного тянет. Надо что-то делать. Значит, выбрались мы на природу, так сказать, дорожка. Деревушку сворачиваем по полю. Прокатимся здесь. Месте. Красота какая на улице, вообще на улице, на природе. Вон тут какая-то хрень, яма, ждение, силосная походу. Что-то тут непонятно, короче. Искала такой лайтовый маршрут, потому что я в одну каску еду, не хотелось бы где-то застрять. Ребят, обнаружил я первый сигнал. Вот. Что-то есть, короче. Будем пробовать доставать. Вон, хрень какая-то. Такая вот тюбик. Вот еще один сигнал. На глубине типа 10 сантиметров. Что-то лежит на поверхности. Так, что это такое? Металлическая штучка. Она обещала, что ли? Ага. Короче, толком я ничего не нашел. Сейчас прокатимся еще немного в другое место. Смотрим. Но природа, конечно, шикарная. После зимы-то. Невасик. Погнали, пацаны. Короче, пацаны, я походу застрял. И причем неплохо. Такой вот расклад у нас. Короче, снега вообще до хера. Я не знаю сейчас, что делать, залебедиться незачем. Ёпты. Ну, блядь, повисло на мостах. Ладно, сейчас что не будем думать. Давайте. Так, короче, пацаны, я выехал, подкопался, поджикился немного. Короче, в снегу ноги мерзнут в сапогах очень. Закинул нашу группу, свои координаты, мало ли, думал, кто мимо приезжает. Зеленка с работы, пришел парень знакомый, говорит, давай приеду, вроде, достану себе. Вон она, суша-то. А я что-то
сюда поехал, думал, прямо дам, а тут глубоко. Он сел на мосты, высоты не хватило. Ладно, хорошо, что выехали, сейчас группу отпишусь, помчим дальше. Все, давайте, не переключаемся. Время вечер, солнышко на закат уходит. Короче, мои находки, блин, стрёмно показывать, короче, но... Находочки мои, это стяжка. Стяжка, это дальнобойщик какой-то потерял по объездной, я ехал, стяжку подобрал. Ну, чермет тоже я собираю. Короче, чермет, всякая хрень. Вот такую прикольную штуку нашел. Маячок, только без маяка, просто стеклышко.